Здравствуйте, это микрофон Здравствуйте. Ланы. Я здесь нахожусь. Ой, нет. А Ульяна тут что делает? А, почему за Ульяну? Что, простите? Я не поняла. Откуда 18, слышишь? Алло, Патсюк! Да ты иди быстрее, я выиграла не в прошлый раз! Не пойду. Сейчас время закончится, обе проиграем. Хорошо. Ну, привет. И мы зашли тут с ребятами играть в мини-игры, и смотрите, какие у нас красивые тут, хотел сказать, хвостики, эффекты. Мы прям молниеносно готовы к играм. Гореть. Ну просто ты молния, готовы, это Лана с сердечками, а Ева такая, гореть. А, точно. А я думала точно. Наоборот, а готовы это Ева, а я готова сердечки всем раздавать. Можно и так, наверное. Ёша, а у тебя же был эффект, где он? А я не знаю, где он. Иди купи, не успеешь, наверное. А вон там продается. Ай, ладно, потом. Так. О, я помню. Моя любимая игра. Этот раунд, да, да. А где, я не поняла? А сейчас небо будут сыпаться. Я думала... А, вот это! Ничего себе, я думала, нам нужно... Я не успею! Ракушки собирать, когда будет падать... Господи, почему падать? Ананасик! Ананас! Вы видели, пальму ударился и отскочил! Ой, да! Не, я не заметила. Извини, Ульяна. Слушайте, а где, не понимаю, как смотреть? А, На тень надо смотреть. А, на тень тоже можно, да, согласна. О, у меня тоже ананас отскочил от дерева и упал прям, так сказать, мне в руки. Ну, не в руки, а в эту штучку, да. А на дерево можно запрыгнуть? Можно запрыгнуть на пальму, ребят! А зачем? А смысл от этого есть какой-то? Чтобы поймать. Да, когда туда летит что-то, надо так поймать. Почему опять в таких ситуациях у меня бровь чешется, я не понимаю. Это мой кружочек. Ладно, куда забирай. Все, не пойду. Слышь, я тебе оставил, зачем? Вот я из-за этого проиграл, вот так-то, да. А так проиграли бы втроем, иначе. Не, а так бы мы... А, ну ладно, кстати, все равно пришлось кого-то выгонять, поэтому ладно. Надо больше людей, наверное, в следующем раунде набрать. Все нормально. Ага. Это потому, что у тебя эффекта не было. А, может и так. Ты иди как раз пока купи его, да, мы тут будем. А я пойду лучше, может, к Лане смотреть, как она там будет играть. Сейчас я приду, подожди. О, блин, удобно. Ничего себе, вообще без... Так ты не помогай. А, ребят, новая игра! Нет, была же. Что? Как? Не было? Была такая. Не, я не помню. Ёша, тут новая такой. Игра, тут надо доставить нужно. Да. А как? Я не поняла. А что тут делать? Надо переключать. О, подожди, что-то было такое, по-моему. Не помню. Мне зеленый. А, все правильно. Зеленый, а что это за читерство? Ладно, ребят, хотите, я буду им мешать ей? Давай. Нечего не мешать. Я могу ей помешать, ребят. Не надо мне. Так. У меня все идет по плану. В смысле, а почему вот все? Не, а что, у нее то зеленые, то розовые, так, и вообще вот быстро едут. Нет, не ребят, туда. Она не ошибается, туда. Ребят, не ошибается. Да, Ёша, не горчи меня над ухом, у меня все в порядке ошиблась. Вообще-то. Это все из-за тебя. Так, нет. Вот не кричи, нет, вот тут микрофон с другой стороны. Здравствуйте, это микрофон. Здравствуйте. Я здесь нахожусь и... Нет. Не туда поехала, смотри. Это из-за тебя, это ты. А что кричишь? А, уронила. Так. Ребят, слушайте, давайте обыгрывайте Лану, а то она что-то разогналась. Слушай, не слышишь, что здесь происходит, и поэтому он мешает еще. Иди к себе, иди к себе, там следи. Нет, Ёша, мы так не можем разговаривать. Я вообще, я понимаете, я вас не... Ульяна проиграла. Во-первых, я ничего не мешал, Ёша, ну как так вообще подвел меня? Все понятно, короче. Ёша сейчас еще не всё пришел, ясно. Он только идет. Он сейчас придет. Ну, да. Ничего страшного, видео потом посмотришь. Я негодую тут по поводу твоего неучастия. Да, ужасно мешал. Я даже ничего не слышала больше, кроме Ёши. Он так орал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Правда. А у нас финальная часть так и не меняется. Я погляжу. Так и осталось. Так, ну что, ладно. Ого, пока 0-0. Повезло. Но мне кажется, это надолго. Не-а. Это да, это мне тоже. А, в смысле, кнопка. А может стреляй еще? Нет! Да стой! А кнопка-то не успеет проснуться. А ты что не бежишь в другую сторону, Лан, скорее? Я бегу. Ева, ты. Я бегу. Ты тоже бежишь. Мне кажется, Лана сейчас выиграет. Нет, нажимай. Стреляй, давай, стреляй. Нет, стой, подожди, не нажимай. О, нажимай! Так вы вообще за кого? Объясните мне. Я за вас обоих, поэтому я, когда переключаюсь на Еву, я болею за Еву.
все. Нормально делаешь. Ничего себе. Нормально, красиво, Лана. Да вообще. Я вот помню, что я здесь проиграла Ёж, потому что я никогда не выходила в финал. Да и так как? Я вышла, проиграла. Слушай, да, по-моему, было такое дело. А ну-ка. Ага, тем временем. Красивый замок. Ой, ты чего, куда ты падаешь? Я не поняла. А, боже, нет, я проиграла одну машинку. Да давай жми. Да нет, куда, я уже убежала. Сколько, я не понимаю. Ха. Так, Ева начинает догонять Лану, кажется. Блин, а я не вовремя, да? Ну, похоже на то. Эх. Только он, подожди, телефон. А, нет, не нормально, нормально, ну-ка, подождите. Ага, ага, я понял, защита. Но, по-моему, это уже проигрыш, правильно? Да, я считаю, что да, потому что... Все. Нет! Еве. Нет! Эх. В смысле? А чё она так быстро откатилась? Нет, да в смысле? В смысле? Эй, эй, защита, защита. Нет! Нормально, всё, всё. Ладно, ты победила, всё. Да? Я хотел напоследок отправить еще. И даже несмотря на то, что Ёж мне мешал. Я мешал давно. Это не считается. Так, ну что, ребят, мы тут позвали из Дискорда ребят, и вы тоже приходите в Дискорд, и, может быть, поиграем с вами тоже. И в телегу, будем... и в телегу. И в телегу, конечно, точно, как я могла забыть. Там тоже интересно, везде интересно, приходите. И, в общем, мы тут все вместе сейчас будем играть и... Ой, еще один человечек успевает. Еще один, может быть, даже успеет, а может и не успеет. Давай, человечек. Скорее! Человечек. Нет, не беги. Успеет. Нет, нет, нет. Секунда, подожди, секунда. Может, успеет? Да. Успела? Успела? Ну, успела. Нет, нет, ого. Там нужно 11 походу, игроков. Нет. Так. О, вот трогать бомбы. Я помню, эту игру я помню. Тут нужно тушить бомбочки. Трогать их ногами. Да. Очень интенсивно, кстати говоря. Очень опасная игра, не повторять в реальной жизни. Да. Ты думаешь, так работает, да, это разминирование всякие. Ну, так в том-то и дело, что не так, поэтому не повторять. Ну, в кино, кстати, тоже обычно красный и синий очень долго решают. Ого, там у нас лопнуло человек сколько. Лопнуло? Уже все, уже минус? Уже лопнули, да. Хлопнулись. Ну, уже можно умирать спокойной душой, потому что, типа, там очень много проигравших. Ну, я все равно... Мне на самом деле очень нравится эта игра. Мне тоже. Возможно, я родом из Дикого Запада и люблю тушить ногами что-то. Нет, спокойно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вот они отскакивают, это неприятный момент. Да, еще не туда, куда надо. Ой, капец. Я сейчас лопну, ой, сейчас ой, все капец. Сломается. Не лопайся, не надо. Я не могу, слишком много бомб и слишком много сторон. Да, я сейчас схлопнусь. Все, я схлопнулся, ребят. Схлопнулся. Очень-очень не повезло, честно говоря. А, я прыгать могу. Да, Ульян, да, есть такая опция, но в любом случае ты выжила. Ого! Мы выиграли с Евой! Ага. Коллега, мы с Ланой в один момент погибли. Вы все уходите? Да, но мы... Ребят, голосовать! А Ульяна тут что делает? Почему за Ульяну? Что, простите? Я не поняла. Это фейк? Вообще или непонятно. Это не я, это не может быть. Я выиграла вообще-то. О, нет, за двоих проголосовали. Нет. Я ни за кого не голосовала. Ну, так это обидно нечестно, было. Когда просто два человека одинаковый голос получают, и они оба выбивают. Это, да. Это как так? Так это... О, я такое помню. Да. Я даже из Fall Guys такое помню. А, кстати, да. Блин, захотелось поиграть. Да! Я обожаю, когда мы вместе начинаем говорить какие-то одинаковые вещи. Вообще капец. Ой, пожалуйста, жить. Пожить, пожить, жить! А что это я иду? А что, меня никто не убьёт? Да слышь! Убили. Ох, язык, враг мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все хорошо, начинаю. Зачем? Нормально. Зачем ты хочешь меня задавить? Ладно, там идет вперед уже. Не-не-не, фиолетовый, мы же с тобой дружили. Ага, все хорошо. Дружили. Так, нормально, нормально. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ура! Да кого? О, тихо. Согласна. А что такое? Не дошло чуть-чуть. Я тоже. А, вот дошел. Так, я на финише. С таким звуком Ёж расплющила. Не, нормально, я выжил. Все отлично. Ева, а ты где? Давай выживай. Я пытаюсь, я бегу. А я думаю, ты успеешь, да. Потому что наш не один человек. Ева! Ева, давай. А, время вышло, точно. Блин. А почему проиграл только один человек из всех? А где я вообще? Потому что он прошел или она прошла только меньше уровней. Да, какую-то часть уровней.
Очень жаль. Эх. Так, о, все. Нужно. Ой, фу. Вижу тень, иду к тени. Мне не нравится это испытание, оно мне не нравится. Да, мне больше нравится с ракушками, когда нам нужно прыгать на вот эти вот штуки, чтобы. Ладно. Хорошо. А, Дурьян, забирай! Все, я ушла. Я. Я не вижу хруста без. Мне дали какас. Ананас. Он вроде бы упал на пол, но он не упал на пол. Он упал прямо мне в кружку. Кружку. Отскочив от пола. Представляете? Вот это вообще, вот это магия. Так, ну и где мой фрукт? Так, а как у вас там дела? Да вроде не ужасно, честно говоря. Они, кажется, начали быстрее падать. Я не понимаю, я не вижу тени. Я не вижу, куда мне прыгать. Дайте мне... О, вижу! Ладно, не сюда. Да ёлки-палки, что мне делать? О, вижу! Вот и чё. Собирай, собирай. Боже, у меня истерика, у меня паника. Я успею? А сколько? Да вроде нормально, слушай. 7? А, фу, нормально, 7-8. Вообще не собирала. Ничего не собрала. Очень обидно. Можно ее не выгонять как-то? Не хочется. Нет. Да, мы, к сожалению, не можем проголосовать никак, поэтому. Что это? Ой, я забыла, что здесь надо делать. Повторять вот рисунок справа сверху на вот этом своем пиксельном экранчике небольшом. На вот этой. А, ой. Что? Чего? Не-не-не, кстати, уберитесь. Вот тут уберитесь. Ага, нет, а ну-ка. Опять паника, ребят. У меня получилось. Фух, у меня 2 пока получилось. У вас получилось? У меня уже 3. У меня получилось уже 4 вроде. А, 3, да. Что-то сложно как-то. Ну, последнюю я уже даже не буду пытаться. Ну да, я вроде не успею. Вроде 4 получилось. А, 5, извините. Ого! Я тоже почти 4 сделала. И снова 2 проигравших, ребят, нам да нужно выбрать кого-то одного выгонять, потому что иначе пропадут оба. Ладно. Я не могу. А, они сами голосуют, Да, они сами. Точно. Ну, сейчас будет 1-1 и все. Наверное. Смотрите. Нет. Нет. Вот это благородство. Какая благородная, просто капец. А интересно, если будет 0-0, обоих выгонят? Думаю, да. Я думаю, да. Это достаточно беспощадная игра, мне кажется. Боже, наш лабиринтик. Можно в шкаф обратно в Нарнию, пожалуйста? С детства мечтала? Так. Да, я так и знала. Так. Хе. Ой, Ульян, мы почти вышли. Ульян, налево. Вон вниз. О, что? Да в смысле? Одному человеку одна дверь. О, все, кто-то из вас того. Ладно, скорее. О, девочка, чуть-чуть. Ладно. Ульян, да, проходи. Нет, так нечестно. Иди проходи. Нет, иди ты. Ты иди быстрее, я выиграла в прошлый раз. Не пойду. Сейчас время закончится, обе проиграем. Хорошо. Я в уголочек постою. Я пойду дальше, я пойду далеко. Ульян, ну твое видео, давай, я уже выиграла сегодня. Ну все, теперь я буду играть за меня и за Лану. Да. Все, F. Пока, Лана. Пока, там сердечко еще улетело. Да? Ага. Ой, фу, нет. Понятно. Ой, это самая непредсказуемая, мне кажется, игра. Ульян, тебе нужно двоих бегать. Да. А что это тут такое? Почему тут такое красненькое что-то загорается? Это нам. Не знаю, может, потому что кто-то лидирует? Не знаю, хорошая теория, потому что да я красный. Нет, это просто, наверное, как-то обозначение какое-то. А, ты думаешь, что красненький лидирует сейчас? Ну попробуй, забери, Ульян, несколько красненьких. Вот, да, а похоже, это так и есть. Да, я теперь Ульяна лидирует. Ульян, лучше не ходи снова по своим, по которым ты уже ходила, ты так только время тратишь. А я не ходила, я просто перфекционист, я хочу все закрасить. А, это я уже красненький. Ты красненький? Да. Я розовенькая. А что это я лидирую? А вы как там дела у вас? Нормально. Нормально, живем-живем? Живите, да. Ульян, ты же за двоих, так что все правильно. А, точно, да. О, нормально. О, что? Ого. Одинаково. Ага. О, ничего себе. А что это? Ой, я помню, тут нужно заталкивать свои эти шарики вот сюда, вот вон туда вот. У меня желтый. Ага. Все, хорошо, желтый. Так, у меня тоже желтый. У меня желтый, у тебя красненький, в смысле. У меня красный? Ну, типа, можно любой заталкивать. А, тут не важно. Не, у меня желтая штуковина. Ну, а, это, наверное, просто показывает, что у всех желтая, у кого, вот, например, вот. Короче, не важно. Понятно. Да. А, это моя. Блин, тащи, пожалуйста, я не буду тебе мешать.
Слушай, подожди, а если я тебе туда вот кину? Да, это мне зачитается, кажется. Да ладно. Да, да. Ёлки! О, Ульяна, ёлки! Я ёлки! Мы не сговаривались. Не-не-не, не смей, не смей. Нет. На тебе, на, вот. Нельзя так, нельзя так. Иди, иди к себе, запихивай эти кружочки, уйди. Нормально, у меня получается. Ой-ой-ой, сейчас девочки закину. Ну все. Ева, где твоя лунка? Куда тебе может быть? Все нормально, нормально, у меня все хорошо. Блин. О! 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 Ничего себе, мы нос в нос шли. Ага. Так, что? Побег Пацуков, ребята! Побег Пацуков! А как что делать? Что это? Они сейчас пропустят. Подождите, Ульяна, не нажимай, беги сразу. Опа! А, сыр! Опа! Еще сыр. А мы должны сыр собирать, да? Да. Опа, сыр! А, мой! У Евы забрал сыр! Я подсюк! Нет, это мой был, в смысле? Ого, Ульяна, сколько сыра! Да. Нет. Ой, Ева, привет. Нет. А красный может сыр. Мне нужен сыр. Мне нужен сыр. Нет! Не вовремя! Ну еще раз красный. Вот красный. А потом еще раз. И еще раз. Еще раз? Да, 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 давай. Оп. Гази. Ой, силен. Так, слушайте, я прям наелась уже. Даже в жизни. Так, пока дела идут хорошо. Это точно. Насколько хорошо? Настолько, что Ульяна весь сыр собрала почти. Да ты чего? Ай! Ну посмотрите. Что? Все, пока! Откуда 18, слышишь? Алло, Пацюк! Профессиональный Пацюк! Это я. Ульяна, ты понимаешь, что тебе сейчас против Йоши стреляться? А это у нас... Дуэль. Фарш. Фарш. Господи, ну это... Как это, когда... Когда вот мы... Проиграла я тебе, и получается... Я знаю это слово, господи. Да, я тоже. Реванш. Матч-реванш. Да, почему-то мне это очень созвучно было с фаршем. Фарш — это отличное сокращение. Ну да. Фарш-марш, короче. Фарш-марш. Оп, а я вот так вот. А я тоже. Пон. И смотри, оп, смотри, Ульяна, вот на вот. Ульяна, нет, ты посмотри, Ульяна. Что творит. Так я не успею. А, успела. Понял. В смысле, слышь? Ульян! Я успею, я успею, я успею, я успею. Нет, 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 нет. Все, Ульян, такое не прощается, давай. Ой, господи. Матч-реванш, у тебя там вторая уже сейчас полетит. Фарш. На, вот тебе. А, нет. Подожди. Ладно. Понятно. Не понятно. Не-не-не-не-не, стоп. Он летит, он летит, летит, не летит? Не, не летит, но сейчас летит. Ха-ха, лови. Ты хитрец. В смысле? Не успела? Ой, не успела? Ой, все, пока. А, в смысле, а, не успела, нормально тогда, все, тогда отлично. Да мне нажимается как-то очень странно на самом-то деле, я не успеваю. Так, я понял тебя. В смысле, эта кнопка еще недоступна, я успеваю до нее добежать, но она недоступна, то есть я не могу ничего сделать с этим. Оп, оп. Опа! Ульяна, ты сразу же сейчас стреляй снова, стреляй. Я пытаюсь, снова. Я пытаюсь. А ты что тут такое рассказываешь, такие пакости, зачем говоришь? Ульяна, кнопка, тише, тише. Кнопка не нажимается! Да она не нажалась, слышишь? Все, отлично, может, влево было бы. Ой, видите, это нервное. Ульяна, не отходи, давай. Спасибо. Видите, она как-то с опозданием. Вы за кого болеете? Не понял сейчас. Ульяна, конечно же. Ульяна, вниз! Я должна... Я успела? Да. А там успела? А, Ёши нет. У него одна башня осталась. Так, ладно, ладно. Я защищу ее ценой своей жезухи. Так, ну давай. Давай, что ты можешь, давай. Ой, да-да-да, конечно. Сейчас смотри. Опа! А что это летит там такое большое и красивое, а? Что? А ты туда уже можешь не это... Да в смысле, слышишь? Это просто тебя, чтобы сбить с пути. С толку, да? Я понял тебя. Ну нет, у тебя не выйдет. Ульяна, это нужна. Ульяна, не туда. Да... А, блин. Ой, просто Ульян, стреляй! Тебе капец, Ульян. Блин. Ну ты, конечно, опа. Злой. Ты злой. Опа. Ты фу-фу-фу таким быть. Я должен успеть. Я успею. Я Ульян, успею. Спереди этой штуки кнопка синяя. Нет, спереди. Вот тут. Кнопка вот синяя. Тут. Вот эта кнопка синяя, да? Ну, нажмись! Оп, нервы, оп, ребят, оп. Нервы. Так, спокойно. Я уже не спокойно. Смотрю, что там Йоши делает абсолютно. Давай нажимай! Успеть, Ульян, кнопка быстрее! Пока. Да! До свидания. Я танцую, если что, немножечко. В жизни. Да. Все, я улетаю, всем до свидания, всем большое спасибо.
Спасибо, что болели за меня. А вот не мешал бы, болела бы за тебя. Ну, вообще, я считаю, что это честно, потому что в прошлый раз выиграл ты, теперь выиграла я, и можно идти со спокойной душой на трон. Ты что там сел? Да. Я как попугай. Можно как попугай? Можно. Я думаю, что на этом можно заканчивать видео. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.